Наша планета окружена слоями ионизированных газов, образующих аферу. Эти слои обладают, среди прочего, свойством направлять и передавать определенные радиоволны по силовым линиям магнитного поля Земли. Среди спутников, вращающихся вокруг Земли, некоторые были запущены для изучения структуры и свойств дисферы. Например, Жаворонок, который является канадцем, был выведен на орбиту Соединенными Штатами. В рамках этой международной программы первый французский научный спутник внесет, по еще малоиспользуемому методу, ценный вклад в понимание гиферных явлений. Из Калифорнии F1 был выведен на круговую, почти полярную орбиту на высоте 760 км ракетой-разведчиком. Национальный центр телекоммуникационных исследований отвечает за научный эксперимент, создание соответствующего оборудования и интерпретацию результатов. Два наземных передатчика, один во Франции, в Сент-Асизи, другой в Центральной Америке, в Панаме, и подают очень низкие частоты. Эти волны, управляемые вдоль силовых линий магнитного поля Земли, проходят через различные слои атмосферы. Спутник улавливает излучение, в котором очень низкие частоты искажены и ослаблены. После их усиления и преобразования он передает их обратно, используя волны на очень высоких частотах, на которые очень мало влияет пересечение геносферы. Сравнение сигналов, подаваемых, и сигналов, полученных на Земле, может позволить вывести характеристики пересекаемых гиферных слоев. Хрупкий на вид, это магниевая клетка, одетая в золотую пленку для защиты проводимости и арматуры первого научного спутника, спроектированного и изготовленного во Франции, FR-1. Эта структура представляет собой тело своего рода мыслящего робота, придуманного учеными, которые в течение 3 лет рисовали его формы, рассчитывали его надежность, материализовали его интеллект, мышление, память, средства выражения. Исполни их. Им пришлось проверить все детали конструкции с тщательностью ювелира, проверив каждый элемент отдельно, а затем собрать вместе. Для этого тела нужно было представить себе все, что даст ему жизнь, сделать его одновременно свидетелем и информатором во время его кругосветного путешествия. Эти мыслящие ячейки, настоящие электронные машины, до крайности миниатюрные в виде маленьких коробочек, называемых модулями. Проводки там сложные, там нет потерянных мест, а громоздкость и вес враги номер один для космических техников.
После тщательной проверки каждого компонента, мы приступаем к интеграции, то есть к установке на борт всего оборудования, что делает этот спутник удивительно точным. Набор комплексов. 5000 транзисторов, 40 килограммов электроники, 29 модулей, 2 батареи, 24 панели солнечных батарей, зонды и 9 антенн, роли которых четко определены. Внешние перегородки конструкции состоят из 3018-40 драгоценных солнечных элементов, предназначенных для дневного освещения, для зарядки бортовых батарей и питания различного оборудования. Использование белых перчаток доказывает, с каким уважением. Какие меры предосторожности? Специалисты также занимаются подготовкой этого космического камня. В испытательной камере, из которой мы видим его выходящим. Минус один только что прошел температурные тесты. Он доказал, что все эти органы идеально подходят друг другу, перепады температур варьируются от минус 20 до 60 градусов, что соответствует экстремальным значениям, рассчитанным для его круговоротов в демосферном слое. Его революция, которая продлится чуть менее 100 минут, будет равна полному ускоренному дню с этими дневными и ночными периодами. Но спутник при запуске будет вращаться со скоростью 180 оборотов в минуту. Как только вы окажетесь на орбите, эта скорость, тормозимая системой йо-йо или замедлителем, будет снижена до скорости 12 оборотов в минуту. Чтобы облегчить измерение, поэтому необходимо обеспечить идеальный баланс. Должен был сделать это в любом положении. Для этой балансировки было разработано специальное оборудование, которое еще более точно сравнимо с колесами автомобилей. Более суровые испытания еще впереди. Для этой новой пытки спутник должен быть полностью оборудован. Тогда он весит 60 килограммов, и все его органы находятся в идеальном рабочем состоянии. Кроме того, он в паре с точной копией четвертого этажа своего кувшина, призванного быть с ним в паре, сначала в паре, а затем отдельно. Четыре длинных рычага измерительных антенн электрического поля вытянуты на этом четвертом этаже, чтобы быть защищенными головным убором, предназначенным для защиты всего комплекса во время запуска. На вибрирующем горшке. Вопрос очень интенсивный. Как и в средние века, потрясения, которые его впечатывают, неизмеримо сильнее, чем те, которые испытает частная машина с амортизатором, запущенная в 120 часов утра по совершенно разбитой дороге. И все же все оборудование, наблюдаемое автоматическим управлением, должно работать без малейших сбоев. Это приводит к понятию надежности при запуске. Порошковые ракеты дают вибрации сравнимой интенсивности и обеспечивают ускорение, эквивалентное силе тяжести в 40 раз. Вы должны противостоять такому обращению, потому что, оказавшись на орбите, ремонт невозможен, и малейшая поломка самого маленького элемента может поставить под угрозу всю миссию.
помещенный затем на изолирующую руку, спутник представлен с развернутыми антеннами. Речь идет о том, чтобы убедиться, что они хорошо согласованы и не мешают друг другу. Для этого мы изучаем диаграммы излучения антенн. Антенны для измерения магнитного поля составляют верхнюю раму. Остальные четверо расположатся в верхней части клетки и будут передавать информацию и получать команды с пульта дистанционного управления. Четыре горизонтальные руки предназначены для измерения электрического поля. В пустом симуляторе 15 дней и 15 ночей. N будет работать непрерывно в условиях, очень точно повторяющих те, с которыми он столкнется после насыщения. Перепады температур сами воспроизводятся в этой герметичной камере. Все реакции оборудования непрерывно наблюдаются, регистрируются, измеряются и анализируются. После этого окончательного лабораторного теста, признанные годным для службы, ФН готов выполнить миссию, для которой он был задуман. Частично разобран. В очередной раз французский спутник покидает место, где он родился и где достиг своей научной зрелости. У тех, кто его сопровождает, есть ощущение, что они отправляют в Америку выдающегося посла французской техники. Разве это не повод исправить за пределами Атлантики некоторое, несколько поспешное общественное мнение, согласно которому Франция, по-видимому, стремится экспортировать свои вина и парфюмерию? Использовать эти туристические богатства и воспользоваться некоторыми другими привилегиями, иногда весьма поверхностными. На этот раз это действительно оригинальный проект, высоконаучное достижение, ценный вклад в международные космические исследования на уровне, который не превзошел ни один из них. Ни одна из них случайно стала отличительной чертой первого рейса нового трансатлантического сообщения французскими реактивными грузовыми судами. Рано утром отправляйся на новый рейс. Специально разработанный трейлер, настоящая мобильная лаборатория, прокладывает морской путь до стартовой базы в Калифорнии. Операция по погрузке осуществляется в Гавре. На следующий день, на рассвете по спокойному морю, корабль возит свой драгоценный груз на запад, когда солнце уже предвещает яркий день, как будто это счастливое предзнаменование.
работой. На этот раз, если не считать того, что кто-то еще проходит серию проверок, он снова одет и оснащен своими антеннами. Мы позаботимся о том, чтобы антенны были правильно настроены. Спутник, установленный на четвертой ступени американской ракеты, проходит последние испытания для окончательной балансировки. Одетый в головной убор, который будет сброшен через 2 минуты после стрельбы, спутниковый узел 4-го этажа собран на первых 3 этажах ракеты в воздухе запуска. Ракета-разведчик, используемая для запуска FR-1 и 39-я такая ракета, выпущенная в Соединенных Штатах. Она 22 метра ростом и весит 18 тонн. Она не совсем ориентирована. Его траектория запрограммирована для первых 3 ступеней, причем последняя стабилизирована вращением. Набор остается лежать в течение первых 8 часов обратного отсчета, который будет длиться 10 часов. В целом от этой ракеты зависит судьба FR-1. Осознавая, что он решительно взялся за сложную, но с научной точки зрения интересную программу, французские технические специалисты в течение 3 лет неустанно находили решения, которые часто были оригинальными. Испытайте мастерство, которое они смогли приобрести в области космических технологий. Сумев свести к минимуму сроки обучения, изготовления и испытаний, они с уверенностью ожидали посвящения успешного IT. 100. Из 2 операций 5, 6, 5, 6, 13, 258. Трейлер из центров операции 5, 7, 5, 7. Напряжение 5. Калькулятор 13. Запятая. 2 семерки, 5 центров. 5, 8 станций, 5, 8. Восстание 65, самое тихое в Париже. Операция на буксире Париж-Париж. Верните. 4, 7, 6 станций трейлер, а также прием с арестом. Оторваны. Шестого декабря 1965 года минус один вышел на орбиту. Это было международное посвящение. 2 недели спустя, без малейших сбоев, он продолжал предоставлять информацию, представляющую наибольший научный интерес, для составления и анализа которой требуется более 5 месяцев работы. Такой успех позволил Франции легко войти в клуб космических наций и найти верный стимул для дальнейшего продвижения в космос.